Привет, друзья! Знакомы ли вы с этим фруктом? Он распространен в буддийских странах Азии, особенно в Китае. Этот плод называется «рука Будды». Его основное предназначение – поклонение, однако он также имеет применение, аналогичное кожуре грейпфрута. Итак, давайте посмотрим, как его собирают и обрабатывают. Мы будем использовать ножницы для сбора урожая. Пока они еще зеленые. Когда плод созреет, он будет желтым. Цена этого фрукта довольно высока. Такой фрукт стоит около 10 долларов. А эти гроздья стоят дороже. Я думаю, около 20 долларов. Цена на фрукты настолько высока, потому что их выращивают в малых количествах. Хотя они в принципе несъедобны.
Nhanh cùng dân. Trên à? Вот видео и подошло к концу. Не забудьте подписаться на канал NoalFarm, если хотите увидеть больше видео. Видео озвучил Дерон. До скорой встречи!